Хотел бы вас от всей души поблагодарить за то, что вы делаете. Это залог того, что память останется не только в наших сердцах, но и в грядущих поколениях. Великий символ нашей дружбы, нашего добрососедства. Наши ветераны вспоминают, как вместе со своими боевыми товарищами норвежцами они освобождали этот край. Våra veteraner husker godt at sammen med sine sovjetiske venner de befridde. Здесь погибли 2000 российских советских солдат, около 11000 солдат погибли в плену. 2000 советские солдаты falt ned her, og mer enn 11000 ble dødet i fangeleirer, nazistiske fangeleirer. И выставка «Советские военнопленные в Норвегии» в этом месяце открывается тоже, ваша выставка открывается в Москве. Og krigsfanger i Norge, studerutstillingen, som det ble åpnet i Moskva også nylig. И мы глубоко признательны госпоже Сулейм, в частности, за ту работу, которую она провела и позволила установить имена почти 5000 советских военнопленных. Vi er dypt takknemlige for fru Sulaim for det jobbet som hun gjorde for å klargjøre 5000 soldater. Мне доставляет огромное удовольствие передать вам, госпожа Сулейм, благодарность президента Российской Федерации. Det er veldig stor ære for meg å overrekke et takknemlighetsbrev fra president. Спасибо вам. Так, вот. For vårt prosjekt med å identifisere de sovjetiske krigsfangene vil fortsette. Наш проект по идентификации советских военнопленных будет продолжаться. Vi jobbet i cirka 6 år med prosjektet, og der også bygget opp en egen database hvor slektinger kan søke etter sine. Мы работали более 6 лет до сегодня, и мы создали базу данных, где куда включены и советские военнопленные, и с которыми могут обратиться родственники погибших. И мы очень благодарны российской стороне за ту помощь, которая была оказана, особенно российским архивам. Спасибо вам еще раз. Спасибо вам большое. Доброго здоровья. Человек упал? Нет, не человек упал. Спасибо, что вы нас посетили. Спасибо большое. И спасибо за вашу работу. Спасибо еще раз.